Итак, дорогие друзья, видео для участников школы, для новых людей. Тут ответ однозначный. При изучении Python Django начинается с сайта spb-tut.ru. Ссылка в описании видео. Сейчас некоторые рекомендации для участников школы. Ребят, ну вот смотрите, сейчас я перейду. Значит, у нас практика Python OOP, да? Мы уже изучаем магические методы Python. То есть, понятно, что большую часть времени вы проделываете по видеоурокам, но есть второй метод, где вы занимаетесь самостоятельно по моим вопросам. Мы уже дошли, в принципе, до магические методы сравнения, методы с двумя нижними подчеркиваниями. Довольно сложные вещи, вижу интересные ответы, то есть параллельно начал... Вижу, что где-то есть тормоза в применении самих типов данных, поэтому добавили раздел, где работаем с типами данных, чтобы, в принципе, ребята не боялись использовать и чтобы начали сравнивать обычные типы данных с методами двумя нижними подчеркиваниями. Сравнивать их нельзя, но где-то проводить параллель, потому что, в принципе, мы будем использовать те же типы данных, да, только уже с методом двумя нижними подчеркиваниями. Но теперь стоит вопрос, да, когда я заметил, что в большинстве своем люди боятся использовать, и в основном где-то боятся, где-то не понимают именно try, то есть true, по-русски, грубо говоря, except, эту конструкцию. Это работа с исключениями. Я решил эту тему подтянуть. Да, немножко откатимся назад и подготовил для вас вопросы. Значит, надо четко для себя понять, что работа с исключениями, да, возможно, для совсем новичка это страх. Ой, ошибка, ой, что делать? Что делать? Надо просто начать изучать. Не переживайте, на первом этапе все равно вы много не поймете. По крайней мере, познакомитесь. Но когда вы пройдете потихонечку Python и начнете писать на той же Django, где, в принципе, инструкция try-except используется очень-очень часто, да, то есть без нее вообще там никак, то в принципе начнете более спокойно относиться. И вот на этом этапе как раз хорошо бы с исключениями поработать очень-очень плотно. Я рекомендую работать, конечно, в Jupyter. Есть уроки на Python Tut, да, где мы устанавливали Jupyter. Сам Jupyter установить особого труда не надо, а вот покопаться, чтобы он работал с PyCharm, придется покопаться. Это да, потому что в PyCharm подсказки. Ну, давайте сначала рассмотрим такой вот пример, самый простой. Ну, я вот набросал быстро очень простенькую функцию. Да, ребят, очень важный совет. Я смотрю, ребята делают, да, не всегда. Ребят, весь язык пишите в пределах функций. Учитесь работать с функцией. Все. Просто так не надо делать. В принципе, вот это и есть смысл. Вы должны научиться писать функции, потом в классах функции будут называться методы, но учитесь работать всегда в пределах функций. Набросал короткую функцию myArray, да, где мы определили A, пока его ничего нет, потом блок try, где A, там 80, разделили на 0. Мы знаем, поставили except, то есть исключение, я знаю, что zero division error, это когда на 0 делить нельзя, и я вывел для себя. И в конце концов я запускаю этот блок, да, и у нас написано 0, делить нельзя. Да, это простая функция, она показывает довольно много. Ну, во-первых, в разных программах, таких как Django, или будете писать, ведь вы сможете писать сами исключения свои,
И по сути дела они будут вам присылаться, вы будете уже знать, что делают пользователи, где править. Поэтому надо понимать, что исключение – это не просто поиск ошибки, это очень мощный инструмент. И в принципе, на самом деле, если разобраться, то большая часть исключений – это те, которые мы можем сами использовать. Единственное, что надо сделать сейчас, это познакомиться с ними. Да, на первом этапе мы встречаем их не так уж много. Новички встречают в основном там синтактические ошибки, ну и разные там другие. T-type error, value error, то это неправильный тип, или некорректные значения, ну, в общем, не так уж и много. На самом деле их намного больше. Так вот, в чем суть задания? Суть задания в том, мы начнем разбирать сейчас, как я и подготовил. То есть мы должны научиться работать. А уже по ходу с каким-то больше будете меньше страчать, с каким-то больше, с каким-то меньше будете сталкиваться. Но важно, чтобы у вас сейчас был заложен принцип. Функция блок child, блок except, исключение. По сути дела, допустим, для того же фреймворка Django это одна из основных конструкций, потому что, в принципе, она очень удобна. Но еще раз напоминаю, вы должны взять для себя это на вооружение. Это очень важный фрагмент. Поэтому, ребят, как говорится, кто начал, кто знает, тот повторит, кто не знает, он начинает знакомиться. Хватит бояться, это инструмент, который делает, нельзя даже переоценить. Понимание исключений, умение их использовать, это получение мощнейшего инструмента в языке для вас, как для профессионала. Поэтому вот я и решил вернуться сейчас серьезно к исключениям, потому что именно, как говорю, мне закралось сомнение, что ребята очень мало используют вот эти два, вот этот блок, да, что есть неправильно. Хотя добились многого, я смотрю, что и функции уже правильно пишут, многое, но все-таки в любом случае, чем хороши такие методы, именно кроме видеоуроков, такое изучение в группе, потому что тогда легко выявляются ошибки, можно человека направить, и действительно человек начинает осознанно заниматься. Спасибо. Ну а для новичков ссылки для начала обучения в описании видео. Спасибо за доверие.